Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, нашу новую серию Майнкрафт без модов, где сегодня мы рассмотрим очень интересную команду, которая заменит ваши любимые паркур-мапы, также заменит мод Smart Moving и многое другое, потому что в этой серии мы рассмотрим, как бегать по стенам, как делать двойной прыжок, как карабкаться на руках, как ползать и многое другое. Действительно, ребята, я обещаю то, что это будет интересно, потому что это новый уровень паркура в Майнкрафте. Но перед этим я был бы очень сильно рад, если вы поставили лайк. Я, ребята, очень сильно вас прошу поставить лайк, ведь как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же в то же мгновение бегу и записываю новую серию без модов. Вы и только вы решаете, когда выйдет новая серия. Ребята, несложно поставить один лайк, который займет у вас одну секунду, чтобы нажать на кнопочку. Но за эту секунду вы действительно сможете сделать меня немного счастливее, потому что именно вы можете решить, когда выйдет новая серия. Чем больше лайков мы наберем, чем быстрее лайки мы наберем, ребята, тем вы, мои любимые подписчики, быстрее получите новую серию без модов. Если речь уже зашла от подписчиков, то там в уголку есть кнопочка подписка или под видео, на которую вы также можете нажать и вступить в нашу большую дружную семью, ведь каждый подписчик для меня друг. Я буду очень сильно рад, если ты подпишешься. Это тоже не так-то сложно, если ты думаешь, что это не важно, то это очень важно, потому что я рад каждому новому подписчику. Ребята, а мы приступаем к самой команде. Ну что, ребята, мы приступаем к самой команде. В первую очередь, как обычно, нам нужно выдать себе командный блок, который можно выдать с помощью вот такой небольшой и простой команды. Мы его выдаем и, допустим, поставим куда-то вот тут. Ну, допустим, куда-то вот тут, да. Вписываем команду, которая уже находится в описании. Также, ребята, большой лайк за то, что я сразу же выставляю команды в описании. Вам просто нужно зайти, скопировать, и вы сразу же можете с ними поиграть в Алином мире Майнкрафт. Ребята, за это тоже большой лайк. Я также буду очень сильно этому рад. Ребята, мы вписываем команду. Если у вас в чате появилась вот такая сказочка небольшая, значит то, что команда была успешно установлена. Команда работает на версии Майнкрафта 1.8. Не 1.6, не 1.7, только 1.8. Ребята, не перепутайте, если вы хотите, чтобы у вас команда работала. И мы сейчас ее активируем. Ждем, пока она сразу установится. Я уже тут расчистил небольшую площадку. И давайте посмотрим, что вот эти итемы нам сейчас дадут. Что мы с их помощью можем делать. Давайте рассмотрим. Первый итем. Wall Run. То есть, с помощью этого блока мы сможем бегать по стенам. Да, ребята, вот это прям новый уровень паркур-мап, потому что люди, которые знают создавать паркур-мапы с помощью вот этого блока, прям офигеть, какие крутые прям постройки смогут сделать, и офигеть, какой крутой паркур они смогут сделать. Что нам нужно? Вы можете бегать по стенам, вы можете держаться за стены и, в принципе, делать что угодно. Допустим, мы подошли к стене, нажали на пробел, мы держимся за стену боком. Еще раз нажали на пробел, вот смотрите, мы как будто к ней не приклеены, как будто мы рукой за нее держимся, да, как тот же Assassin's Creed или еще что-то. Но смотрите, как мы можем бегать. Пум, прыгнули. Давайте еще раз. Вот даже след за нами, знаете, как от кометы остается, мол, там кто-то пробежал. И давайте еще раз попробуем. Вот как-то боком. А ну давайте как-то боком. Вот. Пробежались, прыгнули. Пфф. Это реально очень круто, потому что. Тут я не знаю, тут, да, тут тоже можно, и, в принципе, вот так пробежались и прыгнули. Вот тут можно? Можно. Ну, это, в принципе, мы обычно забираемся. А если вот так? А если вот так? А ну, а как бы нам вниз спуститься? Мы можем вниз спуститься, если мы, допустим, стоим вот тут, да? Как бы нам вниз спуститься? Я не знаю, а можно ли вообще вниз спуститься, когда мы стоим на блоке? Вряд ли, мне кажется, нельзя, но все же это и так, ребята, круто, потому что вы можете действительно вот сейчас бегать по стене и потом, пум, отпрыгнули, кувырок, сальто и многое другое. Это действительно, ребята, очень круто, но комбо-вомбо продолжается, потому что если вы вот этот блок соединить, в принципе, если вы его сможете каким-то способом соединить с этим блоком, это получится вообще что-то нереальное, потому что что делает вот этот блок, ребята? Что делает вот этот блок? Давайте посмотрим, что эта команда, какие изменения она нам сможет принести. Я даже включу от третьего лица. Вот смотрите, ребят, даже вот так. Что мы можем сделать? Мы можем
мы можем, вот сейчас мы построим себе небольшой подъемчик, вот так, да? И смотрите, ребята, это офигеть как круто, потому что мы можем в какой-то степени карабкаться. Все, вот смотрите, все. Как это выглядит, но все же, ребята, мы можем сейчас, ну представьте то, что мы можем карабкаться, да? Все у всех в детстве были такие турники на улице, да, чтобы хватались так руками и так перебирались, не касаясь земли. Вот это что-то в этом роде. То есть вы так перебираетесь. Вот сейчас уже ничего, когда мы прыгаем, мы как будто приклеиваемся. Вот эти даже блоки, итем вот это называется, стикий блок, то есть липкий блок, можно и так сказать. Но если мы, допустим, как-то сможем это соединить, допустим, мы бегаем, да, вот бегаем по стене, пум, перепрыгнули, и мы уже не бегаем по стене, мы уже, ребята, карабкаемся руками. Также мы можем обратно перепрыгнуть на стену и пробежаться по стене, карабкаемся руками и вот так прыгать, знаете, как будто, вот как бы это круто было, вот допустим, бегаем, карабкаемся и вот так туда-сюда прыгать. Я не знаю, ребята, принц Персии какой-то. Но это еще не все. Допустим, вот так. Поле какое-то с испытаниями, да? Вот что-то в этом роде. Что вы можете делать с помощью вот этого блока? Ребята, давайте, угадывайте, пока я это строю. Что вы сможете делать? Кто угадает, тому конфетку я лично подарю. То есть вы видите, что мы можем делать? Мы можем заходить в один блок высоты. Это как смарт-мувинг. Вот смотрите, мы можем даже вот тут присесть и сидеть себе тут, спрятаться. И нас уже, в принципе, никакие мобы даже не смогут тронуть. Если вот тут еще что-то построить вот так. Знаете? Вот так. Какая-то будка для собаки. Нас уже тут никто не сможет тронуть. Все, мы тут сидим. И нас вообще даже никто не заметит. Это тоже очень даже круто, потому что с помощью этого блока он может вам даже полноценно заменить смарт-мувинг. Это даже лучше, чем смарт-мувинг. Но, ребята, это еще не все. Мы приступаем к следующему блоку. Что он делает? Ребята, что делает вот этот блок? Я думаю, тот, кто успел прочитать его название, тот уже понял. Это, ребята, Double Jump блок. Как только вы на него станете, вы сможете два раза прыгнуть. Вот, один, два. Вот смотрите еще раз, ребята. Один, два. Нет, это не креативом. Нет, ребята, я не пользуюсь креативом. Не думайте то, что я подлетаю, потом еще раз подлетаю. Вот смотрите. Один, два. Вот, и мы дальше бежим по стене. Это очень круто. Вот смотрите еще раз. Один, два. Там у вас, о, смотрите, у вас снизу даже есть полоска. Сколько осталось времени до того, как вы сможете повторно использовать прыжок уже где-то в небе. Вот смотрите. Вот сейчас мы уже не можем. Сейчас можем и сейчас можем. То есть где-то 1 секунда, 1.5 секунды. Но как это круто для каких-то паркур-мап. Один, два, прыгнули. Фейл небольшой. Давайте. Один, два, прыгнули. Побежали. На стену. Вот так. Бежим по стене. Немного опустились, потом приклеились. Не знаю, что тут только нету, ребята. Тут, в принципе, все есть. Ну, а вам также тут может выдаться специальный шлем, который зачаренный уже на двойной прыжок. То есть с помощью этого шлема у вас будет вечный двойной прыжок. То есть вы можете бегать куда вам угодно, прыгать куда вам угодно, и у вас всегда будет двойной прыжок. Но давайте мы рассмотрим что-то лучше, чем двойной прыжок. Это еще лучше, ребята. Давайте мы даже это поставим вот тут, перед. Вот так. Зря, наверное, нужно было в гейм-моде, чтобы это не пропало. Но все же, ребята. Что это такое? Угадайте. Что это такое? Это не батут. Это прям, знаете, как будто вам задницу какую-то ракету вставили и подбросили вас на большую высоту. Вот смотрите, ребята. Без двойного прыжка я с легкостью смогу вот сюда запрыгнуть. Я уже тут. И что самое главное, урон вам не наносится. Да, ребята. Вам на несколько секунд дается бессмертие, чтобы вы спокойно смогли приземлиться. Я не знаю, куда... Вот... Ну, туда мы вряд ли, конечно, долетим, но... Довольно-таки высоко, да, ребята, довольно-таки высоко. А если мы включим геймод, это обычный будет? Да, это обычный будет. Ну, ладно, не факт. Это действительно очень круто, потому что... Вот смотрите, как мы высоко подлетаем.
А если бы еще в этой версии Майнкрафта были бы крылья, это бы нереальное сочетание было. Может, когда-то эту команду переведут на новую версию, но это реально круто. И давайте сразу приземлимся и сразу... Сразу же такой присели, даже не присели, а легли и смотрим, что и как. Это реально. Ребят, это очень круто. Но что мы еще можем тут сделать? Мы ставим этот итем. И это как маяк, только даже лучше. Смотрите, что он нам дает. Скорость, да. То есть мы можем бегать вокруг этого предмета с большой скоростью. Пока мы находимся возле него, нам дается большая скорость. И это, если честно, очень даже круто, потому что мы можем это сочетать, соединять с этими всеми предметами. Вот, допустим, мы разогнались. Давайте еще раз, ребята. Давайте побегаем вокруг. Давайте вот так. Мне показалось ли, мы еще выше подпрыгнули? Допустим. Да, мне кажется, с этим предметом мы еще выше прыгаем. Но! Еще один предмет. Нюх, я не туда. Не туда, ребята. Не туда. Хотя пускай будет тут. Пускай будет тут. Что нам дает вот этот предмет? Это как скорость, только это прыжок. Да, ребята. То есть мы можем соединять эти все предметы рядом. Это нереально круто, потому что... Потому что как? Как без этого обойтись, то чтобы мы и быстро бегали, и высоко прыгали, и все остальное. Jump boost. То есть мы обычным прыжком. Ну, сейчас, если он не пропадет. Вот так, сейчас, вот. Мы обычным прыжком. Да вашим. Ага, просто он. Вот тут он уже пропадает. Тут его уже нету. А тут он есть. Вот. Да, мы все-таки запрыгнули, это реально очень круто. Поэтому, ребята, если вот это все сочетание взять, суммировать, это офигеть, что получится. Это офигеть, ребята, что получится. А ну, если мы туда же прыгнем? Еще раз. То есть это как, знаете, ребята, как какой-то батут или как это называется. Это очень круто. Потому что задницу хоть вашу можете чуть-чуть и поджарить этим взрывом, но все же, ребята. Но мы приступаем к последнему предмету. Последний предмет, в принципе, ничего не делает, он только удаляет вот этот. Он только удаляет вот эти штуки, которые ускоряют ваш бег и которые позволяют вам прыгать еще намного выше. Потому что по-другому вы их никак не сможете удалить. Чтобы каким-то случайным образом, да, допустим... Вот так, мы стукаем, мы не можем никак удалить. Мы даже блок, который находится под этими ускорялками, да, маяками, мы также не сможем удалить. Только если кинуть вот эти блоки в них, да. А если, вот, ребята, представьте создавать какие-то крутые карты в Майнкрафте. Как бы это круто выглядело. С этой командой это было бы просто нереально круто. Вот прям нереально круто, ребята. Вот честное вам слово. Как было бы круто проходить такие карты или подобные. Это было бы действительно очень замечательно. Потому что это как Assassin's Creed или Принц Персии или многое другое. Допустим, вот такие испытания. Мы заходим в комнату. Как нам отсюда выбраться? Пух! Мы подпрыгиваем, карабкаемся по потолку, потом... Доходим до вот этого места, пум, спрыгиваем, потом ложимся на землю, карабкаемся. Это, кстати, замечательный способ делать какие-то невидимые блоки. Мол, под тобой находится яма, ты нажимаешь Shift, и ты прыгаешь, и ты спускаешься, как бы пролазишь между этими всеми блоками, как какой-то человек-муравей. Но, ребята, на этом мы не останавливаемся, прыгаем дальше. И мы дошли до второй комнаты. Мне кажется, тут чекпоинт даже можно поставить. То если мы в лаву упадем, не очень круто. Сейчас в этой комнате, комната называется «Бег по стенам». Пух, бежим. Пу, прыгаем, бежим, пух! И как мы круто пробежали и прошли эту всю карту. Потом мы доходим к финалу, да, И вот так. Пуф! И все, и прям подиум для победителя. Ну это очень круто. Вот
Что-что, но эта команда мне действительно очень понравилась. Но, ребята, не расслабляемся. Если вы хотите больше таких видео, если вы хотите чаще видео, все, что я хочу от вас попросить, как своих любимых подписчиков, это поставить лайк. Каждый ваш лайк играет роль. Каждый ваш лайк для меня очень сильно важен, ребята. Не ленитесь, пожалуйста. Если вы поставите этот лайк, то вы просто Эдисону мне сделаете действительно приятно. Вот именно ты. Это будет очень круто, потому что именно может твой лайк повлияет на выход новой серии. И она выйдет даже, может, сегодня вечером или завтра утром, или как можно быстрее, потому что как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же побегу записывать эту серию. Новую серию с новой командой, ребята. Да, я еще раз повторю, ссылочка есть в описании, заходите, копируйте, я сразу же для вас, ребята, выставляю. Поэтому порадуйте старика Эдисона. Но также не забываем подписаться на мой канал, ссылочка есть в том углу, также под видео. И становитесь моим подписчиком, потому что каждый подписчик для меня как друг, и я каждого из вас приветствую и приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. И все, что тебе требуется, это также одна секунда, чтобы и лайк поставить, и одна секунда, чтобы подписаться на канал. Не так-то это и сложно. Но, ребята, на этом мы, к сожалению, уже заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.